проходите вон туда, проходите, спасибо. Чтобы туда за ребята. Оленька, пожалуйста, проходите. Ну что, для нас сейчас сыграли прекрасное выступление. Давайте представляем. Евгений Левагин, да, аккордеонист вот. Даниил Дубинин, аккордеонист. И также у нас еще, о, не улыбается, да, Иван. Иван Меркушев. Поближе установись к ребятам, чтобы видели. И директор детской музыкальной школы номер 20 Ольга Дорогань. У нас инфоповод, потому что 29 апреля в Красноярском институте искусств имени Хворостовского пройдет хороший, замечательный, отчетный концерт детской музыкальной школы номер 12. Все подробности мы, конечно, как у вас, и узнаем. Расскажите, потому что у нас будет неопределенная тематика, да? Они будут играть классику. Ты пока ничего не знаешь. Вот давай спросим у людей, которые разбираются в этом во всем. Доброе утро. Доброе утро, дорогие друзья. Мы от всей души рады, что нас пригласили в эту замечательную студию. Хотели бы пригласить вас на наш отчетный концерт. Подобные мероприятия проходят в школах города традиционно. С той лишь разницей, что тематика концертов ежегодно меняется. В этом году мы решили рассказать родителям, жителям города, а что же такое профессия в сфере культуры и искусства. Угу. Мало кто знает, мало кто понимает, куда же можно пойти, если душа лежит к творчеству. Не обязательно играть на музыкальных инструментах. Ну, это мы все понимаем, да, традиционно такие есть стереотипы. Ну, родители переживают, да, если ребенок ходит в музыкальную школу, как он дальше, куда пойдет, в кого он вырастет, да, сможет ли зарабатывать деньги и обеспечивать семью? Мало кто представляет, насколько обширна отрасль культуры и какие есть профессии, куда можно применить свои творческие способности. Поэтому приходите, это интригу мы сохраним. Это какие-то мастер-классы прям, да, для родителей будут? Или лекции, лекционный такой вариант больше? Информационный вариант. Но с иллюстрациями, так сказать. Все равно будут играть. Да? Обязательно, это всегда. А, ну классика, то есть будет тема классика прямо серьезно. Да, так. Конечно, музыкальные школы – это преимущественно классическое направление. Мы, профессионалы, считаем, что это фундамент музыкального искусства, а уже в эстраду всегда можно перепрофилироваться. Можно просто параллельно. У нас же есть примеры даже в городе Красноярске, когда люди играют и в академических каких-то коллективах, и в то же время выступают на эстраде. Все вы знаете оперных певцов, которые поют как в оперных театрах, безусловно, так и на эстрадных площадках под микрофон. Мне кажется, ребята ждут, когда же будет что-нибудь современное, эстрадное, концерт забабахать такой, да? Да почему? Нет? Это же сами ребята могут предлагать. Я же тоже учился в музыкальной школе, тоже по классу аккордеона. Да? Поэтому, давай поменяемся. Не, сейчас я уже не смогу даже вспомнить. Ну, гамму максимум смогу наиграть, и все. Остальное просто уже забыто за прошествием всех лет. А вот ведь мог бы тоже пойти по этой стезе. Сейчас много ребятишек занимаются в музыкальных школах. Интерес достаточно большой. Школ у нас не так много. И мы очень рады, что все больше и больше родителей хотят приобщить детей к музыкальному образованию. Все-таки, да, развивают всесторонне своих детей. Да. Какие музыкальные инструменты еще будут на концерте? Ну, конечно, вся народная группа. Вот сегодня вы видите аккордеоны, баяны. У нас школа, которая обучает на уникальном инструменте цимбалы. Ага. То есть за Уралом мы единственная школа, которая обучаем на таком интересном инструменте. Мало кто о нем знает, это белорусский народный инструмент. Ударный он считается, струнно-ударный, да. Там интересное такое звукоизвлечение, поэтому, пожалуйста, приходите, будет интересно. А вот ребята в дуэте работают? Каждый из них учится отдельно и играет в дуэте. Вообще дети любят играть вместе, коллективное музицирование объединяет. Не так волнительно, когда ты все-таки с товарищем находишься. Где-то даже если не ту ноту нажал, то, в общем, многоголосие это будет не слышно. Это действительно здорово. А можно такой мини-баттл устроить аккордеонистов? Вот чуть-чуть. Один там, другой там. Типа, я круче тебя, я крутой аккордеонист. Ну, чуть-чуть, вот буквально там. Так, давайте, баттл. Даю, твоя очередь. Сейчас. Ответочку пойдет. И вот здесь так. Ну-ка. Thank you.
здесь вклинивается. Все, давайте. Остановим, по-моему, Иван, Иван, выходи вперед. Перед всеми чуть, да, вот так. Парни, поднимайтесь. Мы уже отыграли свое. Дадим возможность. Один может присесть. Присаживайтесь один, чтобы... Да подожди, давай оставим, давай баяниста оставим в центре внимания. Настроим камеру отдельно. Готов своим искусством поразить. Вот сейчас аккордеонисты на должном уровне выступали. Ваня, давай. Тебе нужно делать так, чтобы родители Красноярска и края теперь задумались, а куда же все-таки, на аккордеон или на баян отдать своего ребенка? Готов? Ваня, давай. Давай. Которые устроили здесь настоящий батл. И Ольга Драган, директор детской музыкальной школы номер 12. Спасибо вам большое. Вот по такие звуки музыки я предлагаю немного еще более всесторонне развиться нашим зрителям и узнать, а как же между собой общаются животные.